Доброе время суток, друзья. Время холодов чревато простудами и вирусными заболеваниями. Обычно как все думают? Хорошо, зима прошла, весна началась, болеть не будем. Ну вот, как раз все и наоборот. Именно весной, когда погода обманчива, и начинаются болезни. Так вот, чтобы предотвратить болезнь, я вам сейчас и расскажу о профилактическом чае. Есть много народных способов лечения. Ну, я предпочитаю профилактические средства. Лучше побеспокоиться о здоровье, пока оно есть. Сегодня я предлагаю вам витаминный чай из плодов рябины. Думаю, каждый из вас может найти пару веток рябины. Ну, как взрослый, так и ребенок может принимать этот чай. Так, начнем приготовление витаминного напитка. Берем 2 столовые ложки сухих ягод рябины. Заливаем 0,5 литра кипятка. Настаиваем на паровой бане 25 минут. Затем снимаем и даем еще час настояться. После чего процедить и пить по 3 стакана 3 раза в день. В период эпидемий, сырой погоды, сильных холодов. Будьте здоровы!